Лето выдалось по-настоящему жарким. Уже несколько недель температура воздуха в городе держится на отметке выше 30 градусов. А значит, самое время собирать друзей и выходить на улицу. Тем более сотрудники Дворца культуры «Видное» подготовили для ребят нечто особенное. Мы приготовили детям веселые игры, танцы, смех и радость будут сегодня литься из этого прекрасного шатра в парке «Сосенки». Дети танцевали, играли с мячом, участвовали в викторинах, и по их улыбкам было видно – программа удалась. Многие ребята с нетерпением ждут таких мероприятий и каждый раз участвуют в эстафетах и конкурсах. Мы очень часто гуляем, и из-за этого мы слышим какой-то шум, да. Узнаем о мероприятиях. Мне нравится, здесь весело и есть чем заняться. Игры в парке «Сосенки» пришлись по душе и родителям. Пока дети заняты, можно расположиться на скамейке, почитать книгу и отдохнуть на свежем воздухе. Единственное пожелание, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще. Очень прекрасное, веселое, интересное. Детям очень нравится. Мы здесь каждый день и каждый выходный получаем массу удовольствия. Время за игрой позволяет не только развлечься, но и найти новых друзей в своем дворе. Такие программы на самом деле нужны в подобных местах, потому что дети в процессе игры знакомятся, получают удовольствие, получают положительные эмоции. Игровые программы для детей продолжатся. Сотрудники Дворца культуры намекают: ждите, скоро придем и в ваш двор. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.